Оксана Клименко. Геннадий Петрович, здравствуйте. Можно вам написать в личку? Очень нужен совет мудрого человека. У меня необычайная болезнь. Генерализованный демодекоз. В общем, я в полном недоумении, чем лечиться. Врачи ничем помочь не могут. Может, вы встречали какое-то средство от этой заразы или посоветуете что-нибудь? Спасибо. Значит, ну, лички у меня нету, я не знаю, куда там личка, не личка. Вы это самое. Почитайте мои газеты, там где-то в газетах есть какие-то средства, от, которые люди применяли от этой заразы, от этого клеща. Почитайте его, что там, как там. Я думаю, есть это, просто-напросто. Я изложил, вот она там лежит, где что, я уже не смотрю, потому что на сайте 1000 с лишним различных статей. Возможно, в одной из них есть. В газете, возможно, есть. Можете газету ЗОЖ почитать, вот старые подшивки, если вы найдете. Елизер Ашуров. Это для новых подписчиков канала. То есть мне посоветовали с Ютуба специалист, чтобы я сделал вот такие вот как бы рекламные видео для новых подписчиков канала. Для старых подписчиков канала, для старых я сочканул, для новых я как-то все-таки это все обработал. Ну вот, и что я хочу сказать, понимаете, я вот сижу перед вами, вы видите, как бы сказать, некоторые видят дядьку, некоторые видят деда, некоторые видят еще там какого-нибудь вруна-болтуна, хохотуна. Вот, я сейчас, вот раньше говорил больше по писанному, там у Поля Брега, там голодал он еще у кого-то, еще у кого-то, у Шелтона. Теперь я больше говорю от себя с позиции своего опыта. Вот смотрите, что я хочу сказать. Многие учат людей, не выполняя и не пробуя то, чему они учат. Ну, например, некоторые говорят, что голодать вредно. Я потихонечку дошел до того, что проголодал 40 суток. И знаю, что это такое. Раза три я голодал по 7 суток. Насухо. И знаю, что это такое. Значит, смотрите, я в свое время вот начал заниматься тяжелой атлетикой. И я поднимал 200 килограмм. То есть я знаю, как это делается. И могу вам рассказать, как это делается. Закаливание. Пожалуйста, вы видите, в воду я ныряю, делаю. Многие это не знают, не понимают. Далее, развитие гибкости. Сесть в закрытый лотос. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Наконец-таки, работа с сознанием. Как ты устроен, что у тебя провоцирует тебя. Это тоже. Как-то, грубо говоря, следующее. По жизни собрать какие-то тут барахлишко, чтоб на старости лет ты не оказался у разбитого корыта. Тоже ты такое что-то сделал, вот в доме живем, я, жена и котик. Ну и ряд других, я уже не знаю там, вещей, через которые я прошел и которые я могу вам рассказать. И вес сбрасывал со 117 там до 80 килограмм. И набирал его, и все это такое. То есть, действительно, у меня есть опыт. Я написал, в конце концов, вот некоторые люди написали одну книжечку и говорят, я писатель. А у меня вот, это я показал, а там вот за спиной целые вот там полки стоят книг, которые я написал. И не трублю, что я писатель. Не трублю, что я ведущий, как некоторые. Как вам представить? Я говорю, представьте меня пенсионер.